Гарнитура Orion Pro – еще один представитель популярной фирменной линейки Republic of Gamers от компании Asus. Несмотря на то, что новая модель позаимствовала немало конструктивных особенностей у Asus Vulcan Pro, наличие оригинальных технических решений выгодно отличает ее от большинства подобных устройств. Asus Orion Pro поставляется в коробке, размеры которой позволяют без проблем транспортировать покупку. В комплект поставки, помимо самой гарнитуры, входят аудиопроцессор Asus ROG Spitfire с USB-кабелем, кабельный органайзер, руководство пользователя. В отличие от гарнитуры Vulcan Pro, явно рассчитанной на мобильного геймера, играющего в различных условиях, Orion Pro не предназначена для частой транспортировки, о чем свидетельствует отсутствие в комплекте какого-либо чехла или кофра. Цветовое оформление выполнено в традициях продуктов, принадлежащих к линейке Republic of Gamers. Агрессивный игровой дизайн и контрастные элементы оформления придают гарнитуре выразительный и запоминающийся облик. Почти все элементы конструкции выполнены из высококачественного прочного пластика. Металл применяется лишь в раздвижной части оголовья, где без него просто не обойтись. Оголовье мягкое, с хорошей амортизацией, адаптируется под любой размер. По бокам довольно больших чашек гарнитуры, как и следовало ожидать, красуется логотип Republic of Gamers. Чашки снабжены объемными амбушюрами из мягкой кожи, диаметр которых составляет 100 мм. Благодаря этому обеспечивается плотное прилегание наушника в голове и довольно неплохая шумоизоляция. 50-миллиметровые неотдимовые динамики обеспечивают качественное и реалистичное звучание. Одним из оригинальных технических решений для данной модели является встроенный вытяжной микрофон, расположенный в левой чашке гарнитуры. Микрофон крепится на гибком стержне, в основе которого лежит металлическая наборная конструкция, покрытая снаружи полупрозрачной оболочкой. Идея не только оригинальна, но еще и отличается удобством использования. На кабеле находится блок управления, на котором имеются регулятор громкости и кнопка выключения микрофона. На конце провода расположены два стандартных аудиоразъема и маленький пластиковый аксессуар с отверстием, в который можно убрать штекер микрофона в случае, если вы используете гарнитуру только в качестве наушников. Фирменные функции гарнитуры реализованы с помощью USB-процессора ROG Spitfire, который работает на аппаратном уровне, не требуя установки дополнительного программного обеспечения. Процессор ROG Spitfire предлагает сразу три аудиотехнологии. Первая из них под названием FPS EQ использует специально разработанные аппаратные алгоритмы для улучшения позиционирования звука в трехмерных шутерах. Вторая технология реализует режимы виртуального пространственного звучания в формате 7.1. И, наконец, третья технология — это встроенный в ROG Spitfire усилитель для наушников. Каждая из функций активируется нажатием физической кнопки, поэтому никакие программные утилиты для работы не требуются. Подведем итог. Asus Orion Pro заслуживают высшей оценки. Производитель не экономил ни на проработке элементов, ни на материалах, ни на реализации интересных идей, уделяя максимум внимания не только техническим характеристикам, а и различным приятным мелочам, обеспечивающих максимальный комфорт и удобство в использовании.